Друзья, всем привет! Это Александр Шемитихин из Спортэк ТВ. У нас есть отличная новость. Мы запускаем предзаказ велосипедов Мирида 2021 года. Бывают такие ситуации, что особенно касаемо тех людей, которые четко понимают, что они хотят, какую комплектацию, даже есть какие-то предпочтения по цвету, еще каким-то деталям, но велосипеда найти крайне сложно. Единственная возможность — это поучаствовать в предзаказе и заказать именно то, что вы хотите, нужную модель, нужную комплектацию, нужную ростовку и нужный цвет. Поэтому можете воспользоваться этой возможностью. Ну и а что нового и интересного есть в коллекции 2021 года, сейчас очень краткий обзор я постараюсь вам дать. Друзья, начнем с линейки Big Nine и вот среднего уровня, то есть это рама TFS. Какие будут изменения? Со следующего года рама TFS получила некоторые изменения, которые касаемы в основном то, что будет полностью внутренняя проводка. Никаких лишних гидролиний, проводов, ничего не будет. На велосипеде будет отличный по дизайну красивый велосипед, который будет похож на более высокие модели. И помимо рамы изменения есть в комплектации. В этом году Мирида уходит от SRAM и большую часть моделей комплектует компонентами Shimano. Благо, что у Shimano вышла новая линейка Dior на 12 и 11, скоростная есть даже на 10. И основная масса моделей будет укомплектована именно комплектующими от Shimano. И вот я вам сейчас показываю модель Big Nine 400 текущего года, 20-го. Ну вот на ее примере, то есть будет у нас рама полностью с внутренней проводкой, и на 400-ке будет стоять как раз уже Shimano Dior 11-скоростной. На наш взгляд, это очень хорошее, правильное решение, и это будет очень интересная модель, на которую стоит обратить внимание. Также комплектации вы сможете посмотреть, пройдя по нашей ссылке, но добавлю, что мы вот в среднем уровне отметили для себя несколько моделей. Это Big Nine 400, это Big Nine 600. Также можно рассмотреть Limited, если вы нацелены на раму более высокого класса. Это что касаемо среднего уровня моделей Big Nine с рамой TFS. Следующие модели — это модели у нас уже на карбоновой раме. Здесь по рамам изменений нет. То есть по верхним топовым моделям это CF5, по нижним это CF3. Единственное, будут также изменения по комплектации, но касаемые только всего лишь нескольких моделей. Это 3000 модель. Изменения какого характера? Также здесь, как и на более нижних моделях, Мирида переходит на комплектацию компонентами Shimano в основном. И, допустим, 3000 комплектовался с RAM SX в этом году, будет укомплектован Shimano Dior. По предварительной такой анализу, оценке, у нас на компонентах SRAM остается буквально одна модель, это Мирида 8000. То есть все остальные модели получаются на Shimano. Вот такая история, вот такой крен в сторону компонентов Shimano. Далее, в новой коллекции Мирида 2021 года будет новинка. Это линейка велосипедов Big Trail, которых в этом году не было. Они были в предыдущие года. Это полностью переработанная линейка. И так как в наличии нет, я вам вот на двух подвесе немного хочу показать. То есть полностью будет новая рама, которая более под экстремальное катание сделана, уже с заваленным углом рулевого стакана, именно для, больше, наверное, для спусков с ходом вилки 140 мм и с дроппером. Также эти модели будут оборудованы колесами 29 дюймов с покрышками 2,4. Вот здесь 27,5 колеса размером, но 2,4. То есть это будет, ну, что-то достаточно интересное. Для тех, кто любит гонять по трейлам, достаточно интересный вариант, потому что по цене начинается он практически там с 59 тысяч, самая младшая модель. И у всех хватает денег на двухподвес. Двухподвес начинается практически со 115 тысяч, поэтому это будет, ну, достаточно хорошая альтернатива. Интересно получить эту модель, посмотреть, что она себе представляет, как она будет себя показывать в деле. По линейкам двухподвесов One 40 и One 60 по рамам никаких изменений нет. Есть небольшие изменения по комплектации, опять же, связанные с новыми компонентами Shimano Dior. То есть на моделях, на которых в этом году были установлены компоненты SRAM
SX и SRAM NX будет установлены компоненты Shimano Dior SLX. Друзья, в следующем году Мирида подготовила большие изменения по линейке React'а, и вот сейчас попросим Пашу, он тоже познакомился уже с моделями так первично, чтобы он прокомментировал. Обращу внимание, основное отличие это измененный фреймсет. Ну, фреймсет это в данном случае означает рама, вилка, подседельный штырь, и сейчас фреймсетом считается еще вот рулевой узел, в том числе вынос. В 2021 году у линейки React будет полностью интегрированный кокпит со скрытой проводкой, начиная с 4000 модели и заканчивая топовым карбоновым 10К или какой он там. Ну, 10К уже сейчас идет с интегрированным кокпитом. Но он другой, проводкой. Он другой будет. Сейчас делает Vision. В этом году, в следующем году будет другой производитель, пока не будем говорить кто. Основное отличие еще, опять же, отсутствие ободных тормозов в линейке React вообще напрочь. То есть, если в этом году были RIM-версии, то в следующем не будет. По заявлению поставщиков производителей, в следующем году React будет представлен только с дисковыми тормозами. Да. Версия велосипеда Скульптура это тоже, соответственно, шоссейный велосипед, так называемый горный, либо классический шоссейник, будет в двух версиях, на дисковых тормозах и на ободных. В Скульптуре обновлений в раме нет, рама осталась прежняя. Рама все по-старому. По умолчанию там будут дисковые тормоза, и они оставили буквально несколько моделей на ободных, и там будут они называться Скульптура Рим. Ну, на российском рынке будет несколько моделей. Ну, нет, по-нашему, вот то, что мы предлагаем при заказу, то есть модели будут вот такие. Угу. Это вот касаемо шоссейных линеек. Друзья, ну и о новой линейке Silex. Silex в этом году чуть ли не самая популярная линейка получилась у Мириды. И вот, ну, Паша, ты посмотрел, что можешь сказать? Наверное, так немножко это неожиданно, да, стало популярным. Неожиданно. Просто направление таких, скажем так, такие велосипеды такого класса стали сейчас популярны. Ну и прочие туринги, вот эта вся тема с таким туризмом, с комфортным катанием стала интересна многим. То, что горный велик это и велосипед не для всего. Ну то есть стали как-то люди более осознанно к выбору подходить велосипеда. И линейка очень успешно продалась в этом году. В следующем году расширили, даже, мы, да, в следующем году будет уже расширение модельного ряда Silex, вариантов комплектации, вернее сказать, а именно добавится алюминиевая модель с плюсовыми колесами в стоке на 42, по-моему, да, если не ошибаюсь, и добавится одна карбоновая модель в линейке, соответственно, карбоновых сегментов, 4000 Silex на Shimano 2x10 GRX, вот, ну и все прежние комплектации, которые были в этом году, начиная с 200-й, 300-й, они останутся без изменений, каких-то принципиальных обновлений по навеске не будет. То есть колеса те же самые примерно будут, и, опять же, от Мириды, Эксперты, Комп. Ну и навеска, соответственно, от Соры, по-моему, у младшей модели, до, соответственно, до GRX старших, либо SRAM Force 1.11 уже совсем топовых. Да. Друзья, вот такая информация по Silex. Ну, что еще здесь добавить? Что предзаказ это на самом деле отличная возможность человеку получить то, что он хочет, то, что я уже говорил, да, свою модель, комплектацию, ростовку и цвет, и при этом еще сэкономить. То есть на предзаказ у нас скидка 10% от базовой цены, и можно это заказать. Срок поставки от 45 до 150 дней, в зависимости какая будет модель. Предоплата 30%. Если вы знаете, что хотите и не можете это найти, отличная возможность в этом поучаствовать. Вот. Друзья, ну, хочу напомнить, что у нас сроки ограничены. Предзаказ до 30 июня только действует. Если вам это интересно, участвуйте. Если у вас остались вопросы, более подробную информацию вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, где есть прайсы с ценами, с комплектацией и есть часть фотографий. Предзаказ пока что на только часть моделей, но вот на то, что можем сделать, все модели представлены. Если информация вам была полезна, ставьте лайки. Всем пока.